Роботы-ремонтники разрабатываются в Англии. Под британскими дорогами, зданиями и парками скрыто от глаз около миллиона километров труб. Для обслуживания и ремонта этих труб требуется около 1,5 миллионов земляных работ в год, что приводит к полному или частичному закрытию дорог. Эти работы шумные, грязные, доставляют массу неудобств. Они также стоят около 5,5 миллиардов фунтов стерлингов в год. PipeBots – это крупный проект, финансируемый правительством Великобритании по разработке роботов, которые помогут поддерживать систему. Эти роботы бывают разных размеров в зависимости от труб, в которых они находятся. Например, самые маленькие должны поместиться в куб со стороной 2,5 см, а самые большие будут иметь длину до 50 см. В дальнейшем эти роботы смогут ремонтировать дороги, проверять водопроводные и канализационные трубы, обслуживать фонарные столбы, обследовать мосты и заботиться о другой важной инфраструктуре. Они смогут попасть в трудные или опасные для человека места, например, канализационные трубы, наполненные ядовитыми газами. Завершить создание первых отрядов ремонтников и продемонстрировать работу проекта в реале планируется к 2024 году.